Хотите снять боль в спине за 5 минут без таблеток и без уколов? Специальное предложение только сегодняшнего дня – это израильские технологии, которые сегодня едут к вам. Новогодняя пора – это время волшебства. Мечтали поехать в израильский санаторий? Так вот, сегодня израильские технологии едут к вам. При этом сегодня только на один день у нас снижена фиксированная доставка – 199 рублей, но любое предложение от суммы 4990. Именно поэтому сейчас наши болезни, которые развиваются 90%, которые связаны с заболеванием позвоночника, ведь на него приходится всего тело, позвоночник нужно поддерживать. Именно сейчас, когда зима, когда гололед, самое опасное время для наших суставов и тем более позвоночника. Мы катаемся, мы гуляем, мы можем подскользнуться и получить даже компрессионный перелом. Как от этого избавиться, нам рассказывает Александра Кленова, ведущий эксперт телеканала Шопеншоу, рубрики «Здоровье», человек с медицинским высшим образованием. И это тренажер от израильского бренда Bradox, от бренда из страны самой передовой медицины в мире. Посмотрите, тренажер «Мостик» избавляет от боли в спине за счет вытяжения. Он помогает межпозвоночным дискам принять правильное положение, нервы больше не зажаты и боль проходит. Это профилактика нарушения осанки, сколиоза, кифоза, лордоза, сутулости и даже появление такого горба между лопатками. Потому что, когда мы ложимся на этот мостик, изгибы нашего позвоночника принимают правильное положение, S-образное. Есть три позиции. Маленький изгиб, изгиб побольше у тренажера и большой изгиб для тех, кто уже занимается спортом. Всего за 5 минут мы избавляемся от боли, улучшаем кровообращение в области поясницы, улучшаем питание межпозвоночных дисков и избавляемся от неприятных болевых ощущений. И, наконец, это маленький тренажер, который компактный и легко собирается. Его можно использовать даже если вы сидите. И давайте немножко задумаемся. Мы постоянно сидим, мы постоянно сутулимся, а наша осанка далеко не идеальна. Отсюда боли в спине. И когда мы ложимся на тренажер от бренда Bradox, принимаем позу мостика, то наши позвонки расправляются и автоматически боль в спине уходит. Без таблеток и без уколов. Вы снимите боль в позвоночнике за 5 минут за счет вытяжения без таблеток и без уколов. Это компактный тренажер для профилактики заболеваний и вытяжения позвоночника от израильского бренда Bradox. Это израильские технологии. Не было у нас в эфире с марта 2021 года. Мы сохранили цену уходящего 2021 года и было продано более 2500 тренажеров за все время. Поэтому успевайте дозвониться прямо сейчас. Один прямой эфир, одно прямое включение и главный товар дня, который позаботится о вашем здоровье. Это эксклюзивно. Успейте дозвониться прямо сейчас. Вспомните, когда скручивает спину, да, вот у меня скручивает обычно, когда я позанимаюсь, да, например, или на огороде мы очень часто, когда картошку выкапывали, потом раз и скрутит спину, и ты не можешь просто пошевелиться, боль дикая. Что мы начинаем делать? Мы начинаем подкладывать под спинку валики из полотенец, подушки, но это все не работает. Потому что валики не снимают боль, и даже мази не всегда помогают устранить причину возникновения боли. Когда мы ложимся на тренажер от бренда Bradox, мы вытягиваем позвоночник. Это как тренажер, который раньше стояли во всех санаториях, вытяжка. Просто у вас дома в комфортных условиях. И когда наш позвоночник принимает правильное положение, нервы больше не зажаты, боль в спине проходит. И вот посмотрите, мы ложимся, поднимаем руки, и прогиб между грудью и поясницей, он естественный. Мы не сутулимся, ничего не зажимаем. Спокойно циркулирует кровь, спокойно работают нервы, поэтому не будет у нас болеть спина ни в грудном отделе, ни в отделе поясницы. И еще это профилактика остеохондроза. Остеохондроз – заболевание, которое характеризуется изменениями в межпозвонковых дисках. Оно возникает уже после 25 лет и приводит к хроническим болям в спине. Но если каждый день 15 минут лежать на тренажере от бренда Bradox, это будет профилактика остеохондроза, а значит профилактика болей в спине и таких заболеваний, как, например, сколиоз, кифоз или другие нарушения осанки. Саш, скажи, пожалуйста, вот мы целый день ходим, да, и у нас позвоночник как бы спрессовывается, как бы позвонок находит на один позвонок. Да, от этого образуется протрузия, потом все это вылетает в грыжи, и мы потом просто бездвижимые лежим, нас может даже парализовать. Вот скажи, пожалуйста, когда мы будем растягивать позвонок, безопасно ли это, правильно ли разомкнутся наши позвонки? Конечно, это абсолютно безопасно. Посмотрите вот на примере Руслана. Видите, какой правильный изгиб между грудным отделом и поясничным. Видите?
Вот здесь, когда человек лежит, вытягивается позвоночник и ослабевает давление на межпозвонковые диски. То есть кровообращение улучшается, улучшается иннервация позвонков, и таким образом боль утихает сама по себе. Вы легли, вы буквально минуту полежали, все, боль ушла. Причем моя знакомая, у которой была проблема со спиной после того, как она неудачно покаталась с ребенком на ватрушке, врезалась в дерево, был сильный ушиб поясницы, она долго мучилась хроническими болями. Уже ничего не помогало, она хотела уколы уже делать, блокаду просто ставить, но ей посоветовал израильский ортопед как раз-таки в клинике лежать вот на таком тренажере. Она ложилась каждый день на 5 минут сначала, потом на 15 минут, боль ушла сама по себе, потому что позвонки приняли правильное положение. Внимание! У нас главный товар дня, цена 999 рублей, очень мало времени, успевайте. Итак, почему здесь три режима? И скажи, больно ли это, безопасно ли это? Это совершенно не больно, это абсолютно безопасно. И я хочу показать три режима для людей с разным уровнем подготовки. Угу. Если у вас растяжка еще слабая, устраивайте себе первый режим, устанавливайте. Изгиб будет небольшой, но уже будет эффект. Второй режим для тех, у кого уже тренированные мышцы спины, кто уже занимается на этом тренажере. И третий уровень сложности для людей с хорошей физической подготовкой, кто хочет ее поддержать. Всего 5 минут в день, и у вас не будет болеть спина, у вас будет хорошая осанка, и вы сможете легко согнуться и разогнуться, потому что ваша поясница сохранит гибкость. Обратите внимание, очень легко эти режимы устанавливаются, всего одна деталь, и вы всегда сможете выбрать именно ту позицию тренажера «Мостик», которая удобна вам. Ну, посмотрите, во-первых, мне очень нравится, что это израильские технологии, вот здесь написано «произведено именно в Израиле по технологии израильских ортопедов и израильских врачей». Полностью инструкция на русском языке, написано, как пользоваться, какие уровни, для чего они нужны. То есть вы разберетесь, а самое главное, вы профессионально поможете своему организму. Потому что те валики из полотенец, которые мы подкладываем под спинку, подушки, это все мягкие вещи, которые не приносят пользы. Они могут даже ухудшить состояние сдавленности ваших позвонков. А именно израильские технологии, вот такие простые, но такие действенные, работают на вытяжение ваших позвонков. Вы получаете моментальное снятие боли за 5 минут без таблеток и без уколов. Дозвонитесь прямо сейчас, сделайте первый заказ на телеканале Shop & Show.